суд, а не свет. Шановны панове, паненки и пані, запрашам и побачить астрономичного коня и деликатных канальских птушечек. Гэта такі эксперыментальны для нас праект, незвычайны для стандартнага тэатра. Гэта праца з тэкстам і такая рэфлексія на тэкст праз падзеі, якія адбываліся на Беларусі. Причина в этой просто непостижимой ситуации в Беларуси. На наш взгляд, очень важно, чтобы страна оставалась в фокусе общественного внимания. Раньше в СМИ было много информации об этом, но сейчас все меньше. Искусство, на мой взгляд, не может быть вне политики. Ведь искусство передает ситуацию в обществе, а художники не живут в вакууме. Так что в этом смысле люди искусства и театр – это ответственность. Конечно, здесь, в Германии, у нас довольно привилегированные условия. Но, несмотря на это, нельзя думать, что каждый может существовать сам по себе. Мы едины. Мы – это не только Европа, это весь мир. И ситуация с пандемией показала, что происходящее в мире касается нас всех. Нельзя отгородиться, мол, ко мне это отношение не имеет. Наоборот, такой подход мне кажется опасным. Кому тут чего треба? Для меня это просто невообразимо, что театр может быть под запретом. Ведь это часть повседневной жизни, как отражение происходящего в мире. Нет, не странно, потому что в Беларуси диктатура. Это все сказано. Как вам спектакль? Здорово очень. А как вы думаете, это связано с нынешними событиями в Беларуси? Я думаю, что очень, потому что это прямое описание, наверное, революционных настроев, которые есть. В постановке определенно были некоторые отсылки на события в Беларуси. Намеки на пытки, полицейское насилие.